С вами канал Улица Москвы, мы в городе Химки. И в этом выпуске прогуляемся по улице Репина и коммунальному проезду. Улица Репина связывает разные части города, западную и восточную. Туда вот Ленинградское шоссе и западная часть. Это, наверное, она основная. А здесь вот с востока, а точнее с северо-востока, располагаются промзоны. Улица Заводская, коммунальный проезд, транспортный проезд, рабочие улицы и так далее. Ну, в общем, такие названия улиц, которые словно бы говорят, что ты находишься в промзоне. Так, ну и здесь вот ленинградское направление, четырехпутная магистраль. И также будет эта линия третьего диаметра, который свяжет Раменское с Зеленоградом. И не в последнюю очередь, с целью тоже сделать обзор на его станции, я приехал сюда, в Химки. Ну а сейчас вот посмотрим эти еще улицы. У нас вправо идет улица Заводская, а влево получается коммунальный проезд. Здесь среди промзон также расположился жилой комплекс «Северное сияние». Ну, я думаю, сейчас вот в процессе там прогуляемся, посмотрим. Так, а сейчас нужно свернуть налево к коммунальному проезду. Там еще указатель еще на ЖК Мишина есть. Ну, где-то по соседству. Так. Бошку. Молодец, водитель. Так, вот мы уже в коммунальном проезде и двигаемся дальше по этим всем промзонам. В предыдущем выпуске вообще была очень жесткая улица Рабочая, которая ведет, ну, в буквальном смысле в никуда. Также тут неподалеку аэропорт Шереметьево располагается. Довольно низко летают самолеты тут. Ну вот по этой дорожке там коммунальный, потом это Вашутинское шоссе. И можно попасть уже на международное шоссе, которое ведет в аэропорт Шереметьево. Вот ходят здесь автобусные маршруты 14 и 14К. 14К ввели для подвоза жителей жилого комплекса «Солнечная система», в сторону которого мы сейчас двигаемся. Да, все-таки транспортная доступность там не из лучших, даже с учетом того, что имеется теперь и маршрут автобуса. Он подходит только лишь к железнодорожной станции Химки. А куда-то еще, там, метро, например, напрямую не попасть. Только с пересадкой. Так, ну вот такой вот здесь коммунальный проезд в промзоне города Химки. Ну а мы будем закругляться.